Привет, ребят, вы на канале Рыбакит, меня зовут Ваня, я хочу сегодня нарисовать тыкву, похожую на Рыбакит. Я не знаю, как я выгляжу, я точно не знаю, но я хочу точно это сделать, и я надеюсь, у меня получится, это эксперимент. Как я выгляжу? Обычно я выгляжу вот так, примерно такой я, желтый, я про себя говорю, как про тыкву. Вот так я все покрашу желтым. Я сейчас крашу все это желтым мелком. Он называется гелевый мелок. Очень легко ими рисовать, особенно детям. А теперь я рисую из себя тыкву. Такая тыква. Оранжевым. Теперь я добавляю оранжевого. И рисую вот такие вот прожилки. Отлично. Если ты хочешь нарисовать, прям рисуй со мной. Это будет просто. Я вот так пальцем уже могу размазать этот мелок. Он такой гелевый и очень хорошо мажется. И получается как оранжевый арбуз, можно сказать, или мандарин. Может быть, даже и на мандарин тоже похоже. Вот так я все это делаю. А теперь я хочу здесь посильнее. Такой я сильно оранжевый. Я хочу из этого сделать себя. Я не знаю, как это получится, но я возьму для этого черный. Я знаю, что я ношу очки. И я нарисую очки. Хоу! Очки, ну, такие примерно очки я ношу, такие вот у меня очки, и такие дырочки между глаз, у меня такие дырочки, а здесь у меня такой ротик, такой беззубый, да, совсем беззубый, почти беззубый ротик, и, конечно же, у меня есть прическа, которая может быть похожа на меня, может нет, ну, так вот я нарисую мою прическу, вот так вот она выглядит, и здесь вот так вот, и вот так. А пока я рисую, я буду звать тебя участвовать в моем конкурсе, который называется «Рыбакит тыква». Нужно нарисовать картину на Хэллоуин, такую примерно, как я сейчас, сделать пост в Инстаграм, и написать «Рыбакит тыква», как я сейчас, вот так. Рыбакит тыква. Тыква. Победителя я выберу 31 октября, и он получит большую коробку масляной пастели. А всем остальным я поставлю большой, толстый, жирный лайк на Хэллоуин. Спасибо вам, что остаетесь со мной, и до новых встреч. Рисуйте и радуйтесь. Пока!